Мне кажется, ну круто, мне кажется, если в таком этом, то классно. Угу. То, что нужно прям. Он такой и технологичный такой. Ну да, он современный. Ну, представь, у нас последняя сцена, короче, через к***. Угу. Она их на глазах. А, ну. Вот он в скайпе с вами. Ну, например. Ну, то есть там такие космические классные. Ну, да. Там даже вот... Ну как раз стенок, это вот под да. такое, да, под да. такое, видишь? Она бы и усилила бы такие. Мне кажется, если мы по этим будем идти, мне кажется, сейчас вот у тебя очень крутой сейчас круто получится. Ну, в общем, я буду тогда просто да. фантазировать. Вот, всё, да. Стилистика пусть вот как да. бы... Да, я думаю, да, всё, только технологичная. Всем привет, это видеоблог «Серийный продюсер», меня зовут Николай Пак. Сегодня мы в гостях у музыкального продюсера, композитора Александра Шевченко. Я сам недавно узнал, что он теперь пишет музыку, кино и сериалам. Вот мы теперь начали сотрудничество. И я как бы воспользовался случаем и теперь навязался в гости, решил сделать такое мини-интервью. И мы поговорим о нашей индустрии в нашем видеоблоге. Саш, привет. У меня первый вопрос. Расскажи, как это произошел, этот либо переход, или как правильно это назвать. До этого вы писали песни, занимался шоу-бизнесом, наверное, и сейчас занимаешься. Но после этого перешел проект, потому что у тебя сейчас много проектов, я так понимаю. Ты знаешь, Коль, наверное, старость. Меня спрашивают, а что вы попсой там не занимаетесь? Наверное, старость. Не хочу по гастролям. Ты знаешь, видимо, есть фазы. У каждого творческого человека. Вот у меня как-то по жизни все фазами идет. Да. Сначала я там занимался одним, потом другим, потом третьим, потом четвертым. И вот как-то это все в любом случае вокруг музыки. Да, это конечно. Рядом. Но, видимо, чтобы я просто не заскучал, не соскучился и не спекся, да? Не истощился. Вот как-то мне Всевышний, Вселенная помогает. За что я очень благодарен. Сейчас тебя это греет, тебя это воодушевляет, вот это... Новый этап. Вот этот новый этап пришел вот ко двору пришелся, как говорится, да? Вовремя. Вовремя, потому что, ну, немножечко я вот современную музыку перестал понимать. Я не совсем ловлю в ней кайф какой-то для себя музыкальный. И так вот пришла музыка киношная. То есть, кино более разнообразнее, да, какие-то задачи какие-то. Какие-то разные. Творческие, более глубокие задачи. Там огромная палитра, то есть там можно делать оркестровую музыку, можно делать ультра там модную, современную, именно вот такую атмосферную. То есть все, конечно, зависит от желания режиссера и, собственно, картинки. И вот там я, ну, какой-то воздух для себя творческий. Насыщаю свои легкие, так скажем, воздухом. А если бы только в эстраде оставаться, то, наверное, уже бы просто надоело. Слушай, ну а как вообще началось это? Ну вот смотри, вот даже вот конкретно в ситуации с тобой. Да. Мы с тобой знаем друг друга очень давно и занимались, в общем-то, совершенно другими делами. Да. То есть для КВН я вам, насколько помню, делал там какие-то музыкальные оформления. Да, круто делал. Все, потом этап какой-то, ты там в одну сторону ушел, я в другую сторону. И вот сейчас мы как бы собрались здесь, да, хотя, казалось бы, ну... Ну, это говорит только о том, что у нас маленькая страна, маленький город. Да, но тем не менее творческие люди, они как-то вот этапами вырастают, да, зреют к чему-то. Наверное, и со мной так получилось. Как говорится, когда ученик готов, появляется учитель, да? Или наоборот, когда учитель готов, появляется ученик. Ну, а какой был, например, твоя первая ученическая работа, скажем, первый проект, на который ты вот уже был, ну, взялся как композитор? Именно как кинокомпозитор. Вообще, ты знаешь, вот я сейчас вспоминаю, я давным-давно начал забрасывать уже режиссеров и продюсеров какими-то предложениями, что я могу, я готов, есть студия, есть багаж определенный, давайте работать. Ну, ты знаешь, это, вот, это не работает. Да. Ну, в большинстве случаев просто я слышал там, окей, брат, все, скоро что-то будет, проект новый. И все началось с проекта «Бизнес по-казахски в Америке». Режиссер Женисхан Мамышев, которому я очень благодарен за доверие. То есть он один из первых, один из тех, кому я закидывал вот эти все свои предложения, так скажем, он откликнулся. Говорит, я тебя знаю, как бы уважаю и считаю, что ты сделаешь то, что нужно. Давай попробуем.
То есть вот он как-то очень легко мне доверился. А это, ну, всегда хорошо, когда тебе доверяют, и ты готов сделать что-то, к чему ты очень-очень-очень давно там стремился и шел. И вот, собственно, с этого началось, то есть когда уже пришли в студию Нурлан Куенбаев, которого тоже мы заочно были знакомы, Сабит, и они как бы послушали первые вот наброски, первые работы, сказали, все, окей, вопросов нет, делай дальше, нас все устраивает. И, наверное, еще повезло мне в том плане, что сама лента оказалась очень успешной. Кино же — это командная работа. Понятно, что там и режиссер отработал, там и оператор работал, все, сценарист, все-все-все-все. И, в свою очередь, я тоже максимально выложился на тот момент, что я мог сделать. Я сделал максимум. Потом вот Нуртас Адамбаев обратился со своими проектами. Ну, это такое больше уже как сарафанное радио. Внутри индустрии уже понимали, что... Там все быстро происходит, потому что, ну, все они ходят на премьеры, все они мониторят, потому что, ну, как бы все занимаются производством кино и хотят делать кино максимально качественным. Были ли какие-то, ну, там, я не знаю, там, трудности при переходе на какую-то, ну, такую новую специфику работы? Ну, как бы, когда ты начинаешь, всегда тебе кажется, что, а, ты все предусмотрел, ты все учел и так далее. Ну, как и в любом, наверное, деле, есть свои подводные камни, есть тонкости. И поэтому, конечно, сейчас уже там смотришь на первые какие-то работы в кино именно, уже ты понимаешь, что можно было еще лучше сделать, еще интереснее, еще правильнее с точки зрения профессионального подхода. Ну, это, наверное, это нормально. Это некий такой процесс набора опыта, вот, оттачивания как бы вот этих тонкостей, которые, ну, из которых, собственно, кино состоит, как мне кажется. Насколько вот, опять-таки, если ты вспомнил наши такие юные годы, да, с того времени у тебя же всегда была такая какая-то, ну, ты старался как-то оборудовать студию, даже если у тебя была там, даже если дома ты делал. Вот мы у тебя сейчас в студии, где можно все записать. Но насколько это вообще помогает, такой, грубо говоря, подготовленный технический бэкграунд? Это помогает вот в этом случае или, ну, как бы не имеет значения? Я думаю, что это в первую очередь помогает тебе самому. То есть эта студия, вот эти все железки дорогущие, это все твои краски, твои инструменты как ремесленника. Ханс Зиммер, он в своих интервью говорит, что, ребята, сейчас, чтобы писать музыку для кино, вам достаточно ноутбука и воображения. Вот. Это отчасти правда, но в любом случае, здесь он немножко лукавит, потому что, чтобы сделать максимально качественный продукт, который они там делают в Голливуде, тебе, конечно, нужно иметь не только ноутбук и воображение. Нужно иметь и хорошие микрофоны, и хорошие мониторы, и все, что, в общем-то, ты здесь видишь. Это разговор о том, что снимать кино на iPhone вроде как бы можно, если ты гений. Да. Как бы, да, но желательно как бы не только желательно iPhone, не на iPhone, да, снимать кино. Вот, собственно, да, то же самое, что и там. Помогает очень. Это мой, как бы, мой такой... Бзик, вот это все собирание аппаратуры, конечно, может быть, оно и иногда too much, да, и оно не особо нужно. Но я просто, вот как уже тебе сказал, разные этапы. Какой-то этап у меня был, когда я только записывал и микшировал музыку. Был этап, когда я плотно аранжировал, вот прям аранжировками только занимался и все. Был этап, когда я писал песни какие-то, там, рекламные ролики. Господи, чего я только не делал. И для каждой вот такой сферы деятельности, ну, понятно, что есть некие свои инструменты, да, как у хирурга там есть ножницы для аппендицита, а есть для обрезания. Вот. У тебя есть свои инструменты для обрезания. Ну, это типа, да, для, да. Для обрезания. Да. То есть, смотря в зависимости от того, что, какая задача передо мной будет стоять, мне нужны инструменты. И поэтому у меня вот собралось какое-то такое минимальное, но максимально охватывающее вот разные диапазоны. Расскажи про свои, ну, следующие проекты, которые... Или, может быть, ты выделишь какой-то проект, который там недавно тебе понравился больше всего, кажется,
Может быть, он еще не вышел или уже вышел на экраны. У нас большинство, конечно, комедий. Да, ну, да, снимается. Иногда ты просто немножечко теряешься, а что же сделать нового, того, что ты не делал в предыдущей комедии. И, ну, по логике вещей, что делает любой нормальный человек? Он смотрит на другие проекты, там, на кино, там, французские комедии, там, на кино американское. И я вот тоже так попробовал, думаю, может, там что-то. И представь мое вообще такое разочарование, там все то же самое. Да. Все комедии, они сделаны по одному и тому же шаблону в плане музыки. Ну, я уже не лезу там в сценарий. Ну, это как бы работает максимально, чтобы вызвать смех. Да? Вот и да, оно работает, и все. И никто от этого дальше не ушел. Ни выше, ни ниже, ни влево, ни вправо. Видимо, я уверен, что многие композиторы сидели и думали, а что же нам можно еще придумать? Видимо, и делали. Но приходили продюсеры и говорили, эй, вот эти ваши творческие изыскания нам не надо, сделайте вот как... Вот, как все. Я терпеть не могу повторяться. Я слышу повторения у многих топовых кинокомпозиторов мира. Они есть. И я вижу, когда человек хотел... Я слышу, вернее, когда композитор хотел сделать что-то новое, но в силу каких-то обстоятельств или продюсерских, или его личных, оно не ушло туда, куда он хотел это увести. Может, и не надо, я не знаю. Ну, вот это может быть вопрос о коллективной работе в кино, о том, что, наверное, тот же продюсер что-то хотел, не совсем получил, но режиссер тоже. Ну, то есть, везде есть какие-то моменты, ну, недаром есть всякие режиссерские версии, недаром актерам дают делать их актерский дубль. Совершенно, ну, как бы, для того, чтобы... Ну, слушай, ну, круто, потому что, ну, как бы ты вот эти вещи рассказываешь, я об этом, ну, не знал, что можно как-то это все увидеть, услышать. Я, наверное, более как-то с точки зрения продукта как-то все это воспринимаю. У тебя продюсерский взгляд, да, а наверное. У меня такой более как бы тонкий, более углубленный, именно профессиональный, ну, вот по моей теме. Круто. Да, но тем не менее работа идет, работа делается, и говорить, что там с Голливуда приходит что-то некачественное, ну, это... Ну вот я смотрел «Финансист», вот, мне вообще весь звук там очень понравился. Вообще, ну, как бы, ну, мне сам фильм понравился, мне единственное, что не очень понравилась общая тема. Ну, не то, что не понравилось, мне показалось, что она, ну, не сильно перспективная. Она специфическая. Да, просто. Специфическая, да. Но вот все как было, как сделано было, и особенно и звук, и в том числе и видеоряд, и даже те же какие-то купленные треки, да, там есть. Да. Вот, мне очень понравилось, как это было сделано, ну, прям... Вот «Финансист», он как раз-таки тот проект, который, когда я уже написал там несколько комедий подряд, да, и здесь вот вдруг драма. И, конечно, там уже были совершенно новые эмоции, совершенно новое какое-то такое воодушевление, вдохновение. И, да и вообще и картина режиссерски сделана, и актерски мне очень понравилась работа. То есть бэкстейдж там такой крепкий получился. Ну, а вот с кем из режиссеров, например, тяжелее всего, может быть, работать? Ну, я понимаю, что каждый как бы уникален в какой-то степени, но я имею в виду, тяжелее не плохо, а там больше энергозатратнее. Там. Наверное. Есть такая градация? Есть. Вот лично у меня такая личная градация. Это Нуртас Адамбай. Он, в его картину нужно много музыки. А там музыка нужна не просто потому, что она нужна, а потому что она вот в его режиссуре, она прям как клей. Да, она подклеивает актеров к сюжету, сюжет там еще к чему-то, картинки и так далее, и так далее. То есть вот музыка там прям, ее много должно быть. Очень много комедийных каких-то, допустим, диалогов, да, таких, которые, если выключить музыку, они не до конца дорабатывают. Вот, и поэтому я говорю, ну... Если фильм Нуртаса, то тогда надо будет... Запираемся двери. Да, запираемся двери, занавешиваем шторы. Заказ много пиццы. И пишем, и пишем. Да, вот в этом плане. Ну, это просто не потому, что тяжелее или сложнее. Просто больше объема музыки надо. А если его больше, соответственно, у тебя и мозг должен работать... быстрее, потому что она же не может быть одинаковой везде. Да, вот да, все да. Там полтора часа она рубит и рубит. Нет, надо как-то уводить куда-то,
к чему-то приводить, где-то останавливаться. То есть, ну, много вот таких. Ну вот я то, что заметил, да, у многих киношников, ну ты уже, получается, стал киношником, вот, у многих киношников есть такое условное, назовем там, фильм мечты или проект мечты, да, который бы вот при таких обстоятельствах, вот они бы очень хотели это сделать. Проект мечты, как в идеальном мире бы тебе бы дали его делать, и ты бы его сделал. Я думаю, это такое достаточно банальное среди кинокомпозиторов желание вот написать свой «Гладиатор», да, потому что именно вот в этом фильме тот же Ханс Зиммер, он настолько показал свою глубину, и настолько удачно у него все получилось с этим фильмом. И не потому, что только он написал классную музыку, потому что там было полотно, на которое, ну, можно было, была возможность написать вот это музыкальное полотно. Слушай, а это такой обывательский, может быть, вопрос, самый известный кадр, где над пшеничным полем. Да. Ну, это все-таки армянский дудук или что это? Я да. Только... А, так да, 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 да. Я думал, это что-то такое древнеримское, которое очень похоже. Нет. А это прям армянский. Там, кстати, нету таких каких-то привязок прям вот древнеримское. То есть дудук играет, потому что он плачет. Он умеет плакать. А там именно плач. То есть когда он хоронит своих, так сказать, родных. Там и плакальщица поет. То есть вот этот женский вокал, там даже больше не дудук сработал, а именно вот женский вокал, вокалист, который настолько проникновенный. Там как таковой мелодики, она очень простая, но подача этой мелодии. То есть какая мелодия, чтобы запомнилась и потом ее как-то напевать, это, то есть, ну, ее там нету. Но если ты слышишь по звуку, ты узнаешь, это «Гладиатор». Совершенно верно, да. И сейчас вообще в кино, в музыке для кино, нету каких-то тенденций, которые были до 90-х годов, когда нужна была да-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 да, какая-то мелодия, которая вот прям лейтмотивом шла. Сейчас такого нету, и с каждым днем все меньше и меньше мелодики. Больше насыщение атмосферное. И насколько ты точнее попадешь вот в атмосферу картинки, сюжета, настолько у тебя и музыка будет гармоничней. То есть настолько она и будет толкать кино и эмоцию вперед. Вот сейчас напеть какую-то мелодию совершенно невозможно. Ни с одного даже суперуспешного, ну, с того же «Гладиатора», ну, невозможно там напеть сейчас мелодию. Но вот эти краски, которые выбрал композитор для, вот для рисования вот этой картины, просто бесподобные. Это прямое попадание. Вот, наверное, о таком кино, о таком проекте мечтает каждый кинокомпозитор, и в том числе я. Будет ли такое кино в жизни, не знаю. Может и нет. Но мечтать не вредно, как говорится. Но это получается, опять-таки, заложники кинопрофессии. Тогда, когда люди не совсем зависят от себя. То есть актер ждет своей роли, режиссер ждет своего сценария. Ну, сценарист не знает, чего ждет, наверное, свою гениальность. Вдохновение, музыка какой-то, да. А если мы говорим о вдохновении, то есть, ну, я правильно понимаю, что примерно работа над одним фильмом какой период занимает? Конечно, в идеале бы поработать, ну, хотя бы 2 месяца, это касаемо вот комедий наших казахстанских, то есть формата вот этого, да, потому что ты можешь и за месяц, в общем-то, написать всю хорошо музыку, но ты можешь через неделю после этого месяца послушать вновь эту музыку и просто до работать ее. Как такая есть определенная усадка. Это усадка здания. Сценарий, да. Все то же самое. Да. Ты написал, все кажется классно. Потом, ну, ты сам посмотри, ты через неделю никуда не отправляй. Да. Тогда, может быть, что-то ты улучшишь. Совершенно верно. Но у тебя нету такой возможности. Да, то есть тебе приходится отправлять. А потом уже, ну, после, как бы, что уже там. Ну, а вот в этот сам период, внутри этого месяца, насколько ты сам там зависим от вдохновения того же, ты как-то себя настраиваешь или... Но это же все равно не одинаковое стабильное эмоциональное состояние, да? То есть не как в фильмах, там композитор сел и... Да, и выдал. По поводу вдохновения сложно сказать. Может быть, в этом плане я уже себя как-то, ну, выдрессировал так, что когда надо работать, я сажусь и работаю, и делаю. Но вот
когда я писал музыку ко второй части фильма «Брат или брак», угу. вот это было, конечно, для меня сложно, потому что я страшно заболел. Угу. Мы вот вся семья слегли, но они-то дома могли там под одеялом лежать, никуда не выходить лечиться, угу. а мне приходилось приходить да. в студию. Приходилось приходить. Вот. И это было, конечно, очень тяжело. Потому что даже дело было не во вдохновении. Я знал, что писать и как писать, да. Но просто вот это физическое просто несостояние, это было очень сложно. Вот, то есть, по сути, для меня главное быть просто в форме. Вот. Что касается дисциплины, к сожалению, я очень часто слышу о дисциплине в индустрии, да. Которая просто, ну, в мои как бы не укладывается мозги, в мозгах моих. Не знаю, может, из-за того, что я был октябрёнком, потом пионером, комсомольцем не был, нас все-таки, ну, как-то идеология советская, она приучала, ну, к ответственности, не знаю, да. к стремлению там добиться каких-то целей поставленных. Не знаю, может, потому что кино мы смотрели, там, не отступать и не сдаваться. Я не знаю, почему, но мне кажется, все-таки поколение, которое застало советскую вот эту идеологию в школах там, и в других заведениях, они все-таки более надежные партнеры, как мне видится. Потому что здесь мы как раз говорим о надежности партнера. И если ты пообещал сделать, то надо делать. А не сочинять какие-то бесконечные отмазки, да, что да. сегодня я болею, а завтра у меня еще кто-то болеет, а послезавтра еще. Ну, кому это интересно сейчас? Ну, кому? Все делают дело и хотят это дело сделать максимально хорошо и в сроки. Ты знаешь, у меня тоже по этому поводу есть определенная мысль. Мне кажется, когда люди говорят, что рынок маленький, на самом деле он не выглядит очень маленьким. Просто рынок маленький, надежных как бы партнеров – он становится очень узким. Возможно. Ну, по большей части, потому что, ну, так, в общем-то, наверное, много людей. То есть я там большинство людей на рынке, например, не знаю. Но вот для меня остаются те, с кем, например, я начинаю работать, какие-то связи устанавливаются, как какие-то, в том числе, репутационные, там, ну, да. Какие-то рабочие процессы. И ты понимаешь, ну, это вот для тебя он такой не очень большой. Саш, большое спасибо тебе. Я желаю тебе, чтобы у тебя твой гладиатор, мы все его увидели. Вот этот новый этап твоей жизни принес тебе полностью как бы удовлетворение, потому что ты вот говоришь, и меня прям это внутри отражается по поводу разнообразия, потому что я тоже как бы сменил профессию. В этот промежуток между КВНом и как бы продюсированием я делал много всего. Они не было, это не было связано с творчеством, поэтому во мне это тоже как-то находит отражение. Всему свое время, и дай бог, чтобы то, что мы делаем, оно приносило не только нам удовлетворение, а еще и тем людям, для кого мы это делаем, и ради кого мы, и ради чего мы это все делаем. Это был видеоблог «Серийный продюсер». Мы были в гостях у Александра Шевченко, кинокомпозитора. Смотрите наш блог, подписывайтесь, если вам это нужно. Пока. И потом тогда, может быть, просто знаешь, по шапке тут надо прям попасть точно. Играет, да, что-нибудь такое, просто чтобы фоном было это, ну, как мы понимаем, там, вот под их народное, костюмы, да? под это, да, что-то народное и спокойное, то есть, ну... То есть это отвлеченное такое, да, на отвлеченное. Да, это тему. Просто вот это. Просто что вот это, сейчас это тема, как бы, вот они там. Угу, вот, все, там поэтому. Хорошо. Вот, и я вот видеоблог теперь решил завести. Ну правильно.